Как только горожане заходят в дома, на прогулку выходят цирковые животные. Именно с цирка, по словам хозяина, он и забрал своего питомца. Пятимесячный медвежонок успел запомниться жителям. Вчера, значит, на прогулке мы заметили группу людей пьяных в состоянии алкогольного опьянения. Мы заметили то, что у них на привязи находится медвежонок. То есть мы обратили на это внимание, после этого как бы они ушли. Известно, что Мишка с хозяином уже чуть было не стали героями оперативных сводок. Горе-дрессировщик предлагал горожанам сфотографироваться с животным за деньги. В дело даже пришлось вмешаться полиции, утверждают жители. Правда, до заключения под стражу дело не дошло. Когда они погрузились в машину и поехали, вот в том направлении, мы поехали другой дорогой, более короткой, на легковом автомобиле. Когда мы прибыли в отдел, дежурный нам сообщил, что никого в данное отделение не доставляли, никаких животных и людей к ним не привозили. Судя по недавним фото, медвежонок болен. У животного измученный вид, и неизвестно, получает ли он хотя бы какую-то медицинскую помощь. Вот я сейчас с балкона смотрел, как дернул, кто-то рывком побежал, усилился. Ну, скотина и скотина, что надеяться? Ну, на поводке он у него. На документах хозяина на право содержания медведя нет никаких печатей, утверждают зооволонтеры. И такие прогулки лесного зверя в каменных джунглях считают опасными. Рамиль Шайдулин, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, ТНВ, Набережные Челны.